Здравствуйте, добрый вечер, добро пожаловать, госпожа Йосифа и господин Давид. Хотим вас слышать. Микрофон возьмите, пожалуйста. Про нашего центра. Наш центр, вот мы открыли здесь филиал совершенно официально. Уже какое-то время работаем здесь, и уже есть достаточно много результатов. Biz artık xeyli müddətdir ki burada çalışırıq. Rəsmi qaydada bizim burada filialımız fəaliyyət göstərir. Госпожа Йосифа, в наше время медицина очень развита. Почему же дети страдают аутизмом? Вопрос очень интересный и очень непростой. Дети во всем мире страдают аутизмом, и, к сожалению, с каждым годом становится все больше и больше таких детей. Мы вот уже почти 15 лет занимаемся такими детьми. И, естественно, нам тоже интересно, почему такие дети рождаются. Мы просто вот наблюдаем за тем, какие дети к нам приходят. Естественно, у нас как бы выборка, ну, достаточно большая, но не огромная, не всеобъемлющая. Но вот из тех детей, которые к нам приходят... Seçimlər də edirik və biz müşahidə edirik bu uşaqlar içərisində. Очень много детей, которые пострадали во время родовой травмы. То есть что-то произошло. Bir çox uşaqlar var arasında, müşahidə etdiyimiz uşaqlar arasında bir çoxları doğuş zamanı travmalı uşaqlardır. И ребенок страдает при этом. Есть очень много детей, которые пострадали в пренатальный период, то есть еще до родов. То есть что-то происходило с матерью. И ребенок не смог сформироваться как надо, или пострадал. Ise, ананын хамилелік дövründə артык бу проблемə düşər olublar. Хамилелік дövrünü daha çətin keçirən analar, хамилелік дövründə bir çox problemlər yaşayan analar da daha çox sonra uşaqların autizmlə doğulması müşahidə olunur. Да, есть дети, про которых родители рассказывают, что там до полутора лет ребенок был нормальным, а потом вдруг что-то случилось, и как бы ребенок вдруг стал таким вот. Birçox valideynlər isə deyirlər ki, uşaq normal idi, normal da doğulmuşdu. Daha sonradan bir neçə müddətdən sonra uşaqda bu kimi halları biz müşahidə etdik. Но тут сложно сказать, потому что во многих случаях, когда родители сохраняли, скажем, видео детей вот до полутора лет, то опытному глазу видно, что у ребенка уже были проблемы. То есть полтора года родители просто начали уже понимать, что это проблемы. Bir çox valideynlər uşaqların müəyyən videolarını çəkirlər və o videolardan biz daha sonra görürük ki, uşaqlarda, sən demə, bu problemlər artıq var imiş, deyək ki, uşaq yaş yarımlıqda bu problemlər var imiş, amma valideynlər uşağın yaş yarımından sonra artıq hiss edirlər ki, belə bir problemlər yaşanır. Так что, на мой взгляд, основная масса причин, из-за чего такие дети появляются, это именно либо проблемы во время беременности у матери, либо это родовая травма, которую там не заметили или еще что-то, и потом ребенок уже просто не может развиваться как надо. Demək ki, uşaqların autizm problemi ya hamiləlik dövründə ananın normal hamiləliyi keçirtməməsindən asılıdır. İkinci səbəb göstərə bilərik ki, doğuş zamanı, normal doğuşdan söhbət gedirəz tamaşaçılarımız, doğuş zamanı uşaq hər hansı bir travma yaşayıbsa ondan sonra bu əmələ gələr və sözsüz ki, bax, bütün bunlardan sonra uşaq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra ailə, valideyn artıq hiss edir ki, uşaqda normal getmir, nəsə normal getmir.